Итак, ребята, мы продолжаем. Тут надпись «Финальная битва». Наверное, сейчас будет босс. Наверное. И посмотрим, что из этого выйдет. И мне как бы не верится, что это конец DLC. Я не думаю, что это конец. В любом случае. Это, как я понимаю, то, зачем мы пришли. Правда ведь? Думаю, да. It is done, mother. Это сделано, мама. Хаоса. Это все рыцари братства. Красивые статуи из них получились, кстати говоря. Так, мы можем или еще, так сказать, обыскать местность, или же поговорить с нашей матерью. Я поговорю с матерью. It is time. Время пришло. Father will soon be awake. Отец скоро проснется. Now I must return to the city. Теперь же я должен вернуться в город и защитить его от его врагов. Everything will be all right. Все будет в порядке. Короче, он уже вылез. He is coming. Он идет. Father. Отец. I am ready. Я готов. Классный чертог, правда? Трон. У нас, кстати, есть очки. Почему бы их не использовать? Что же я хочу открыть? Явно не это. Экономим, давайте подождем, потом откроем что-нибудь дико мощное. Недалековато ли нам прыгать? А, вот. Самое как раз. И здоровье восстановили. Эту тварь завалила. Да я знаю, что я скилл могу купить. Мне пофиг, я не хочу пока что. Это что, невидимая стена? А что тут прозрачная скамейка?
Баги. Баги — это смешно. В чем проблема? Я плохо понимаю, что нужно делать. Тут я вообще пошевелиться не могу, честно говоря. Эти люстры какие-то, они очень, как сказать, так покрасивые, прозрачные. Я могу так стоять на них, я не могу уж пошевелиться. Меня разворачивает в эту сторону. Я не могу понять, так это баг или почему я не могу это сделать? Так, я должен попасть в город и защитить отца от своего врагов. Какой-то это баг, потому что, видите, я выйти отсюда не могу, только могу находиться внутри круга. Хорошо, давайте вернемся к последнему чекпоинту. Обычно это помогает. Ну-ну. Блин, на этот раз бага нет. Ну так это мы твое присутствие почувствовали. Мы думали, это твой отец. Мой мастер будет настолько расстроен. Я просто пришел на это место, и тут все работало, и не было никаких багов. Пока я после контрольной точки пришел. Хорошая броня. Я стал драконом. Но все, что я нашел, это ящерица. Я не буду там, где твою руку ударить. Я знал, что у этого парня есть способность к порталу. Ты не стоишь того, чтобы испачкать мой клинок крови. Совсем да. Вот это крайне хуже, у меня есть и у меня залагал МФС. Тут пытался его ударить. Там, где он будет. Сейчас
Еще удар. Так, постепенно, ребята, постепенно. Так, пять. Я не хочу, чтобы ты заставлял меня тратить мое время. Меня ждет мой господин. Получающе. Чаще. Почти ему щит пробили. Убери его броню. Тебе далеко до силы дракона. Я понимаю, его атаку вот черной дырой тоже нужно ему самый урон. Нет, они меня. Получай. Теряю здоровье. Хватит пытаться восстановить, просто выпьем зелье. Уже финальный бой.
почти уже. Это первый урок, который я усвоил от своего мастера. Да. Бесконечная жизнь. Тулюсу запрыгнуть. Куда я запрыгиваю? Нет, я знаю, на нее можно по-обычному запрыгнуть, но как-то не знаю, мне не вышло. Добьем тебя второй раз. Не, не умею я блоки ставить, но это я знаю. С блоками у меня вообще не умею ставить эти блоки. Не, ну умею на кнопку нажать, но вовремя поставить блока. Случайно там буквально ставить. Это не пару блоки. Повезло. Вот как сейчас. За люстру и волк. Я так и знал, конечно. Спиц не получалось.
придется нам поносить эту броню. И как будто лорд Зобек. Лорд Зобек. We found him. Мы его нашли. You were right. Вы были правы. He is here. Он здесь. Вот, собственно говоря, и все. А здесь Бета уже эскали. Вы завершили Revelations. Я могу улучшать свою статистику, у нас новая игра плюс есть, открыли сложность новую. В общем, это все, мы сыграли, спасибо за просмотр, мы прошли. Надеюсь, вам было интересно. Мне, да, в принципе, неплохо, но, опять же, я не считаю, что какую-то крупную сюжетную подоплеку нам раскрыли. Все довольно... Мы это все уже знали, просто нам это показали. Неплохо, неплохо, но, в принципе, не знаю, ничего нового не увидел я. В общем, спасибо за просмотр пока. Продолжим с чем-нибудь другим уже. До следующего раза.